Так. Что, поможем ногам? Значит, лучше вот захват отсюда взять. Вот она. Вот она. Так, хорошо. Эту тоже подтянем. Хорошо. Вот теперь очень скользкий момент. Надо пятку опустить очень нежно. То есть не сбрасывать ее с кровати. Вот сейчас под пятку и выталкиваем ногу. Хорошо. Вот этот момент, он скользкий. То есть, если здесь нога слишком быстро пойдет, она будет рвать связку в колене. Это ни к чему. Так, другую ногу также. Можно вот так колено на себя чуть потянуть. Вот так. Ага, хорошо. Да. За суставы никогда не хватаем. Здесь можно. Так. Хорошо. Так. Теперь ладонь выпрямляется. И как бы, как такой легенький удар в ладони. Раз, и на нее перешел. Оп. Во. Угу. Хорошо. Так. Как только занял положение сидя, надо тут же проследить, чтобы стопы стояли удобно. Значит, каждая стопа опирается тремя точками. Пятка, это и это. Основание большого пальца, основание мизинца. И значит, правило посадки. Если кровать слишком низко, то вот здесь образуется пространство. Если стопа стоит высоко, да, то бедро не лежит полностью и постоянно выталкивает назад. Это положение не физиологичное. Долго сидеть так нельзя в принципе. Обратная ситуация, когда стопы болтаются. То есть вот сейчас, ну, так скорее высоко, чем низко. Потому что на стопах должно быть, ну, хотя бы вес самой ноги должен быть на стопах. В этом случае будет устойчивая посадка, да, и не надо будет тратить силы на то, чтобы искать равновесие. То есть всегда надо создавать комфорт вот, в статических положениях, потому что это позволяет заниматься уже какими-то упражнениями, какой-то двигательной активностью. А если изначально посадка плохая, о чем говорить можно? Так, хорошо. Так. Еще раз. Вот этот позвонок. Мы его сначала назад подаем, здесь сгибаемся и разгибаемся здесь. Раз, запихиваем в себя его, так, еще разгибаемся. Вот, раз, хорошо. Вот сейчас вот здесь это идет движение по большей части. Сделаем его. Сделаем раз, два, хорошо. А теперь ниже, вот здесь. Раз, вот оно, еще ниже идет. Раз, два, хорошо. Идем ниже, вот оно. Еще раз, согнулся, два, еще раз, два, хорошо, держим спину прямо, так, чуть всем телом назад откинемся, локти выпрямим, опора на ладони, голову не запрокидываем, так, теме вверх, хорошо, эту руку поднял прямо. Еще, хорошо, еще. Хорошо. Здесь вот было бы вот сейчас. Так. Лопатки. Ага. Еще раз контроль восстанавливаем поясницу. Назад запихиваем вот это вот. Вот. Вот оно. Так. Хорошо, ровненько сядем. Еще раз вот здесь вот. Вот оно, хорошо. Еще раз. Хорошо, еще раз. Вот оно, хорошо. Теперь выпрямился. Так. Хорошо, тянемся. Еще удержим коррекцию. Вот оно. Теперь эту руку поднял. Вот оно. Хорошо. Так. Аккуратненько на локоть. Так. Удастся самому ноги занести? Вот здесь лучше взять. Вот тут? Вот так. Ага. Тише живота. Так. Другая нога.